Ну, вот что касается выборов, да, и то, что там будет, вот Путина, не дай бог Путина, все, у нас монархия, да, под, ну, соусом демократии, это навязанный, да. Наверняка и надо продолжать в том же духе. Как бы говорить, да, святую ложь никто не отменял. Да, демократия, на самом деле монархия. И слава богу, что есть такой человек, который, ну, любит свою страну. Любит свой народ. И дай бог, чтобы потом эта тенденция, которую сейчас выстроит Путин, она продолжалась в том же направлении. Любовь к себе, любовь к народу, к родине. Вот идеология будущего.